Всем привет! Сегодня у нас будет трешечок на битве гильдии. Будем тестировать седну. Вот такой вот сборочки против топов других гильдий. Посмотрим, что она сможет сделать на битве гильдии. Потому что многие писали, что для битвы гильдии герой говно, не годится. Ну, посмотрим сейчас, сможем ли мы поубивать топов. Так, 338, 361, 359. Угу. Побежали по очереди. Так. Надо было, конечно, изначально юнитов сразу убрать. В принципе, могли пройти с первого раза. Но давайте сначала юнитов полностью уберем. Так, смотрим. Вот ее слили. Как видите, в принципе, она помогает. Дамажит она нехило так. Так, давайте еще заходик. Хочу пройти так, чтобы она выжила. Ну, вы сами все видите. Что я могу вам сказать, ребята? Кто там кричал, что на ней имба? Вот вам явный пример. Вообще без проблем. С атакующих у нас, в принципе, тут ворожай. Анубис там. Сборка с воодушевлением. Он особо сейчас на битве гильдии урона много не наносит. Следующий топ. Вот так вот, да. Некрострелок. Ну, давайте попробуем. Как-то странно юнита выбирает. Ну, кидаем полностью всех. Смотрим. Жестко минуснулись. Но это не страшно. Ой, как хорошо Анубис выбегает в эту сторону. Может на нее оживу поставить. Умирает очень быстро. Ну, попробуем все-таки таким составом. А, я и хранителя выпустил.
Так, вот она, хранителя резнула, Ареса слили. Так, смотрим. Как-то странно сливают ее. Немножко поспамим. Потому что тестировать его вместе с юнитами смысла нет. Так, есть. Вот она Аресика подняла. Смотрим, что у нас там внизу. Без проблем вообще. Да, тут у меня стоит этот Арес с богом войны, но вы сами видели, он умер. Она резнула его. Реально, очень, очень интересно. Побежали дальше. Единственная задача — это убрать юнитов. Так. Показалось, или дырочный? Да, дырочный топ. Еще и с ником таким зверским. Ничего не удивительного. Так. Ну, давайте попробуем сюда. Тут даже, кстати, можно всех выпустить. Можно просто тупо сейчас разогнаться на Прей. А как видите, она ничего сделать не может. Вообще ни о чем. Вот вам, ребята, Седна, которая, как вы говорите, ничего не может сделать на битве гильдий. Просто без проблем. Походу, гильдия дырок. Так, кто у нас тут внизу? Стрелок. Ну, давайте снизу попробуем. Делаем то же самое. Единственное, тут у нас некрас еще. Ну, смотрим. Так, ее слили. Делаем перезаход. Не знаю, конечно, кто им делает расстановки, но это очень печально. Так, подхил, подхил. Блин, убивает ее сразу. Возможно, из-за того, что у нее по жизням меньше всего с моей пачки. Так, хорошо. Конечно, можно было бы заменить ворожая на другого. Ладно. С каменкой, думаю, поярче будет. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, все понятно. У нас тут ворожай с воодушевлением стоит. Скорее всего, рунами. Придется немножко спамить. Да, Фрейя, как видите, нам немножко мешает.
Не хочу я, конечно, свою брать, потому что мы тогда не сможем посмотреть на Седну в полной ее прелести. Ну, вот так вот. Благодаря, скажу так, ей. Давайте добивайте уже этого Некроса. Смотрите, как они могут попасть. Кто там у нас еще? Все, добили. Ну, в принципе, вот так. Ну, не знаю, что вам сказать. Мне она нравится. Возможно, многие не увидят. Скажут, да, она тут не тащит, ребята. Она реально тащит. От нее очень большая польза. Дерево вы так не сможете бросить. Ой, она бьет 5 целей. Это уже плюс. Она бафает. Да, там она бафает одного героя. Но все равно это очень большой плюс. Дерево по-своему кайфово. Но тут, блин, и дамагер, и бафер, и поднимает героев. Явно-явно намного круче, чем дерево. Хотя, как видите, она сливается. Ну, против Рэй любой сливается, я вам скажу так. Так. Что там у нас еще кто-то? Так, что тут у нас Ронин? Думаю, вообще изи будет. Ну, сейчас проверим. Можно даже всех вместе пускать. Вот видите, Ареса подняла. Супер. Ну, как вам сказать, даже если герой сольется, она все равно его подымет. Еще и бафнет нормально. Намного ярче, чем дерево, однозначно. Можно в следующий раз пойдем вообще без Ареса. Потестируем чисто дальниками и баферами. Но так вот, без всяких напрягов, там, без всяких шансов на слив. Просто зверских. Просто вот так вот. Ну, не знаю. У них, конечно, это не особо топы. Но, надеюсь, у нас попадутся какие-то топовые гильдии. Но тут явно нечего даже тестировать. Если у них такие дырки в расстановках. Так, ну, не знаю, ребят. Мне этот герой очень нравится. Она офигенная просто. Для меня это как второй ворожай, подарок от IGG. Вот смотрите еще. Раз, минус 500. Просто минус 500. Ну, там Рино еле выжил. Сами все видите, да? Вот так вот, ребята. Все, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем по такой имбе, это реально имба. Это реально очень крутой герой. Она себя еще в будущем покажет. Всем пока.